Это ж ты, Мика Кит. Ведь даже при том условии, что ты меня спасла... Ты тварь. Ты обычная малолетка, но при этом ты переоцененная аниматорша, которая известна людям по всему миру. И это люди называют талант? Нихуя это не талант, дорогие мои. Она невероятно минималистично рисует. У нее ужасная анатомия в анимациях. И вообще сами анимациями нельзя анимациями назвать. Типичное зацикливающееся слайд-шоу. Либо же зацикливающиеся анимации 5-секундные. У таких выродков, как она, только одно предназначение. И это сдохнуть!